Дети в пещере Таиланда. Началась эвакуация. Спасатели должны вытащить 12 тайских мальчиков и их тренера по футболу, которые находятся в ловушке уже более 2 недель. В Таиланде, в 10:00 по местному времени, спасатели начали миссию по эвакуации 12 подростков-футболистов и их тренера из пещеры, где они были заблокированы в течение 2 недель, сообщает BBC. Отмечается, что в водопроводную сеть подземных туннелей под горами Майсай спустился международный контингент из 13 специалистов-дайверов. Все несущественные сотрудники были удалены от места входа в пещеру. На данный момент на месте осталась лишь дайвинг-команда, медики и силы безопасности. Спасатели уже начали сопровождать первую группу мальчиков. Предполагается, что операция будет включать в себя погружение под воду и пешее перемещение в районах, где позволяет уровень воды. Сообщается, что первоначальная часть их пути через узкие, затопленные пассажи является самой сложной задачей, так как она может подразумевать длительные периоды подводного плавания для детей, которые раньше никогда не использовали оборудование для дайвинга. Спасатели планируют сделать остановку в пещере, которая была передовой базой для дайверов, а затем провести детей к входу, чтобы передать под контроль медиков. У команды спасателей есть окно в 3-4 дня для освобождения заблокированных в пещере подростков и их тренера. Напомним, что 23 июня в провинции Чианграй на севере Таиланда в популярной среди туристов пещере Кхаоланг исчезли 12 подростков-футболистов и их тренер. Они были найдены 2 июля, через 9 дней после исчезновения. Поисково-спасательные работы были затруднены из-за поднятия уровня воды и грязи. Отмечалось, что дети могут остаться в пещере на несколько месяцев, поскольку пещера регулярно затапливается во время дождливого сезона, который длится до сентября-октября. Все попытки откачать воду до сих пор не были успешными. По материалам сайта newsgro.com.